За 30 лет сделано очень многое. И в этих условиях вы научились жить и достаточно успешно. Каждое государство имеет право подписать или не подписать тот или иной договор или соглашение. Насколько сегодня содружество способно быстро реагировать? У нас есть механизмы, у нас есть профессиональные специалисты высочайшего уровня. Это не только Беларусь, но и ряд других государств СНГ подвергаются так называемому информационному терроризму. Приоритеты старшинства Беларуси у содружности сёлета, позиция краин по актуальных международных пытаниях и реагование на глобальные выклики. Про это не только в эфире Белорусского радио 21 червня у 12.05.